Причем там чувака, по-моему, так застебали с этим премиум статусом. Я вообще не понимаю. Слушай, а это? Чего у тебя в компе-то не хватает? Винампти просто надо поставить новую версию. А потом еще переустановить. О, я про Винамп шутку еще раз услышал на стриме. В интерес. Короче, надо куда-то кинуть ссылку на стрим, чтобы нас хоть кто-нибудь смотрел. Кинь в контакт в эту, в группу общую, которая чатик-то был. Пусть дотку смотрит. По-любому будут смотреть. Еще можно на Dota 2.ru создать пост. Ты создай, короче, типа мой стрим, там, потный стак, а я прокомментирую. Вот это реальный стрим, наконец-то нормальный. Ты, Серег, просто картинку какой-нибудь девушки найди и присобачь ее на месте стрим, типа она стримит. Все, у тебя где-то будет 2 или 3 зрителя. Гарантированно. Ну, а Тэчис против нас. Угу. Я, кстати, вчера узнал, что против Текиса, оказывается, не работает Blade Mail в Доте 2. Это типа так нормально или баг? В первый Доте наносился. Во второй не надо. Ну, в принципе, да, логично, но все равно. Так, это что-то надо пикать, да? Что нам надо, что нам надо, что нам надо? Рандом хиро. Ага, нормально. Я его зарандомил на этот раз. Ох, я чувствую, сейчас мы будем обоссаны. Sentiments exactly. Then it's settled. Блин, эти гребаные хрен Тракса с аппаратом задолбают.
Че там, у аппарата вообще такая тычка лютая, а у нас тут не трепла ни хрена. Понятия не имею, как мы сейчас тут стоять будем. Сейчас спектр такая боссаная будет. Ух ты. Тэтч собоссал. Баунти Хантера. Я и причем не засуетился. Как это вообще вышло? Он тут мины поставил. И... Я не понял, я же в инвиз вроде ушел. Как он меня добил? Не, я, короче, так к крипам не подойду. Спектра, о, босса она. А на медионе кто? Она на хосте, по-моему. О, а, кстати, в спектре это имморталка что-нибудь меняет или нет? Не помнишь, Вась? Да пошли вы в жопу, ублюдки. Сдолбали, крипам вообще не подойти. Да ну нахрен, я сдох. Короче, я не знаю, что тут делать. Я тут ничего не нафармлю. Ты еще щиточек купил. Конечно, если до лейта доживем, то я их нагну всех. А вот если не доживем... Нахрен он подошел. Ну ладно, хоть и пара свалил. Я хоть пару крипов добил. Мне кажется, эта игра будет очень длинная. Антон, если не сложно, принеси мне, пожалуйста, баночку на здоровье. Если есть деньга. То она мне пригодится чуть попозже очень. Я просто медас хочу сделать. Спасибо большое. Это не спрашиваю, он там фармит, все такое. О, мне хана, походу. Absolutely. I
Лол, я со страху закупился. Да. I'm in complete agreement. I'll prudently put this aside. My sentiments, my very own soul ring. Very well. Indeed. My sentiments, exactly. Чё-то сикер совсем охреневший. Кто там на лоу хп постоянно? Что случилось у вас? Your bottom tower is under attack. Блин, самое тупое то, что я в лес тоже не могу уйти. Я его не смогу его фармить. No argument there. И он на шестом ульту не взял. Вот. Там только заминировано все к черту матери, так что имей в виду. Короче, Блатсикер меня будет по КД тут забирать, он 8 уровня, а я 5. Ага. Понятно. А я говорил, Серег. Ты что, получается, этот Трикс умеет играть? Что за дела? А при чем тут суицид? Гребаные спектра. Меня так обоссали. Без этих я вообще ничего не могу сделать. А хоть сикер сдох. Жадик, что ли, скупить, чтобы фармить можно было хоть в лес уйти.
Блудсикер в миссии, если что, я не знаю, куда он пойдет. Пойду-ка я себе телепорт куплю. Тп-аут, если что делать. Сюда котел идет. И Сикер тоже тут. Так уйди ты с этой линии. Антон, ты что с собой телепорт не носишь? Я? Да не ты. А. У меня денег нету. Ты ж Баунти Хантер. Ну вот так вот. Я шел пуком. Блин, надеюсь, что они эту башню заберут и свалят отсюда нахрен. Вот это вот просто единственный шанс выиграть эту игру. И шанс еще есть то, что Тинкер... Нет, они не сваливают. Этот Сикер, он больной на голову. Он, короче, тут собрался, походу, реально Радик себе выфармливать. Он просто не уходит отсюда. 12 минут. Подходите, цепляйте. Он был, конечно, менее очевиден. Нахренеть. Блин, да гребаная траксе. Лол. А, подожди, это не настоящий, что ли? Нет. А, там не пиздец. А почему на ней был этот Найтмэр? Блин, почему, когда я играю на каком-то керри, меня просто от меня не отходит? Просто котел пришел, тракса пришла. Мало тут аппарата с бладсикером. Давайте сюда, все придут. Где там этот гребаный Тэчис? А Тэчис на фрифарме стоит. Блин, а че я туда не пошел к нему? Меня видно, что ли? Короче, я уйду сейчас на топ фармить. Блин, а можно крипов не трогать? Нет. Или ты хочешь в лейте это тащить? Я в лейте тащить хочу. Опа. Вот я уже начал тащить в лейте. Бум. Так. Ты еще просто Серег не понял, но я уже тащу. Ну я понял. О, аппарат, да пошли вы все в жопу. Ублюдки. Я телепорт с собой ношу. Какой нахрен Радик? У меня 4 сотки голды. 14 минут 40 секунд. Я просто обоссан. Я, конечно, сдох не так много. Но я реально обоссан. Блин, может они снесут вторую башню и успокоятся. Сикер не уходит и ничего себе не покупает. У котла мека и сентрики. Так, сентрики и лотарь будет. Ублюдки. Твари обоссанные. Ненавижу. Уйдите нахрен от меня. Блин, они походу реально ушли. Все, дальше я тут один постою. В конце концов, телепорт у меня есть. Нет, тут мало кто чем сможет помочь.
Your middle tower is under attack. Where do you think you're going? И тут центрик. Да. Все просто нахер. Мне просто интересно, они им нравится, что ли, тут находиться? Интересно, куда пропал Техис? Да, он лес, кстати, неплохо фармит с помощью этой штуки. Ну, это понятно. Блин, пришел Тайдхантер, баран. Тайдхантер, я не понял, ты что делаешь? Он и у меня фармил. Все нормально, он керри. Короче, Тайдхантер, если ты эту игру не затащишь, я тебя репортну. Понял, Серег, нах тебе фарм. Ну, может, потому что ко мне тут четверо приходили и стояли все эти 16 минут гребаные, а ты, падла, на топе где-то ошивался? Фашист. May the sky itself weep for your fallen middle tower. Your top tower has fallen. Не, я просто не понимаю, хорошо, у нас на линии стоят четверо, почему остальные линии не нагнуты? То, что Блодсикер отключился, это шанс. Реальный. Может, ему завтра в школу? Угу. Не задолжил. Напиши, наш в смысле с Украины. Блин. Блин, у нас в команде вообще у кого-нибудь есть, у кого все хорошо? У меня все хорошо. Нам нужно забрать гребаные башни. Ща им кинут. Давай. Изи. Обоссано. Да. Сейчас у меня только еще разок ульта от аппарата придет, и нормально. Как только это встанет. Блин, мне, короче, это... Ну и что ты хочешь от меня, котел? Да ты себя сейчас продамажишь с этой фигней. У меня щиточек. Блин, котел, вот, серьезно, если я куплю себе радик, как бы все наладится, то вот все врывы будут в котла. Просто это гарантирую, и в Бладсикера. Мне, в принципе, до Сакрада еще 800 голды, правда. Не знаю, нафармлю ли я их. Нам бы башенку хотя бы это, забрать одну. Оп. Понятно. Правильно. Что делает аппарат? Кидает ульт в спектру. Все в спектру. А чё? В
Вдруг она не сдохнет. А я без телепорта хожу, да? Отлично. Сейчас я тогда играюсь. Вон, на топ можно прийти подфармить. Антон, оставишь, пожалуйста, на топе? Ой, там Траксая. Надо как-то меня подстраховать. А то вдруг она... У тебя ульты нет, кстати? Да, нету, да? Ой, там еще народ. И Тэчис. Беги оттуда, Антошка. Сейчас бомбы полетят. Блин. Сикер с Радиком. Ну это понятно было, он ничего не покупал. Блин, надо Траксу как-то принять, я просто... Да, гоу, влетай, чё ты. Чё, вы затащили? Вечер добрый. Здорово. Одну уже затащили, да. Сейчас вторую дотаскиваем. Ой, если будет, если что. Ну я могу, наверное. Остальные, наверное, уже да нет. Ну Васил и Антон Мощаник, наверное, уже не будет. Вообще не факт. Хотя да. Ты, может быть, у него спросишь, будет Антон? Будет. Он сказал, что мы с ним всю ночь будем играть. Ну да, он там вроде финиш. Отлично. Собирал. Я не посмотрел на карту. А твою мать. Мне смотреть, понятно же было. Пойду я себе что-нибудь покрепче налью, блядь. Это правильное решение. Так, мне надо где-то найти 700 голды. Вопрос, где их взять. Нужно забрать башни гребаные. Слушай, а может в аппарат синтирую, тебя с ульты ворвусь. Или в котла, да без разницы. Только, наверное, надо было это, БХ вперед идти. Чтобы зря, вот мог стан дать. Это, кстати, вся линия в сентрях. Так, Сикер уже на миде всю линию спушил. Гнида. Да, Тайдхантер, пофарми. Пофарми, пофарми крипов. Ты больше, больше крипов. Ты ж будешь тащить в лейте. Опа-на, аппарат. Опа-на, сикер. Да пошел ты в жопу, я телепорты покупаю. Блин, сейчас пойду на топе как раз крепочков подфармлю, и как раз будет сакр. Потом рецептик. И можно будет хоть в лес уйти. Я тут на полную ману побегал. Изи. Кстати, только единственное, надо будет, чтобы варды поставили на лес, чтобы меня там не грохнули. Антон, аркан можешь прожать? Блин, гребаная Тракса. А что, ты Траксу не разбираешь, что ли? Нет. Ох ты дно. Я ее разбираю. Она 16 уровня, а 12. Ну-ка давай, покажи, как ты ее разбираешь. Все, под треками. Наш не уйдет. У нас вся карта в центрях и вардах. Да. Купите гем, говорит Михан.
Куда я ушел? Потому что я думал, что тут мины стоят. Что, минерал в каждой игре? Теперь да. Блин, пойду я хоть на меди. Блин, у нас Тайдхантер минер. Он мне пукан разжигает. У меня бы уже гребаный сакрат был. А ты на ком играешь-то? На спектре. А нафиг ты сакрат, Серег, фармишь? В смысле, блин, чтобы я в лесу мог фармить нормально. Во-первых, во-вторых, они тонкие, они будут отлетать. Не будут они уже отлетать. Будут они отлетать. По-моему, у Траксы больше рейндж атаки, чем ты будешь палить ее. Ой, блин, Сикер, пошел нахрен, я за сакрадом иду в потайк. Мне насрать на всех и на все. Я просто иду за сакрадом. Я потом уйду в лес, и если я выформлю, я его убью. А если нет, то он тебя убьет. Блин, ну как бы у меня на линии четверо стояли. Блин, а у меня телепорта с собой нет. Меня сейчас убьют. Траксай зл... А, она сдохла. Так, ну ладно, то Сикер меня убьет. А, ну я от Сикера я уйду через ульту. Фонтан вражеский. А насчет этих... Купили бы некрачей. Ну, в смысле, накопили бы на некрачей. Ну, а... такое. Я зачем-то решил аршит сделать. Блин, а кстати, это, я еще тупанул, вы когда гнали эту траксу сраную с тинкером, я ж мог тупо ульту нажать, она бы сдохла. Что-то я не подумал даже об этом. Погнали сикера заберем. Ща минутку мне пролетит. Опа. О, как... Все, ты спалился. Ну я боюсь, что это не один спалился. Лол. По-моему, тут какая-то хрень происходит. Слишком много сала. Угу. Четверо там. Поганкли. Изи. Ну, а бузер какие-то нам попались, походу. Траксас ДДС гемом нам попался еще. Кто в лоу приорите, блядь, гем с интрами покупает? Что за люди? А кто у вас в лоу приорите? Мы в лоу приорите играем. Чем вы? У Васи там на аккаунте 6 игр. Надо гем бы как-нибудь у Траксы выбить. Было бы полегче. Блин, надо сейчас как-то это отдефать, мне купить радик. Ты что тебе этот радик даст? Рассыпаться будешь там. Вы же какой-нибудь вангард взял, на самом деле. Видишь? Что, Тракса вам уже лицо разбивает? Давай Траксу, нет. Блин, ну... У меня ссало. Гем заберите. А как я сдох-то? Давайте я сберу, ладно. Что-то я не понял, как я сдох. Кто тебя знает, как ты сдох. Опа. Только гем не отдай. Гем не у меня, у Антона. Нам бы с гемом пройтись по карте. Не мешало бы. Так, мультикилла нахрен убрать. Это... Весь экран каким-то синим светом залил. Нафиг так делать. Гем, кто носить у нас может? Никто? Нет, ну и кстати, насчет того, что они меня разбирают. Я, вообще они меня не разбирают, если телепорт у меня с собой. Ну, вообще они тебя сейчас разобрали, Серег. У меня телепорта не было. Тебя вообще-то аппарат бы телепорт сбил. Инфосоточку. Давайте я шлюгем поношу.
знаю, нам поможет, это не поможет, но... Я, короче, ну, хотя кому-то надо рейнджового, типа, тинкера брать. А тут... Ну, а я мины разминировать не могу, к сожалению, вообще никак. БКБ-то, наверное, оно не особо нам поможет. Хотя... Сделаем. Ну и как вам минер? Ну, вообще, пока он в начале игры киллы поделал, сейчас не делает вроде как ничего. Он такой же псих, как первый, там, например, доте. Ну не, он примерно настолько же бесполезен, как в первой доте. Ну, по крайней мере, в моем исполнении вчера. Тут товарищ вроде что-то могёт. В начале игры, по крайней мере. Ну, у нас, правда, ни сентрей нет, ничего. Ну, кого это волнует? Тракса. А то он зацепишь ее там? Чем-нибудь, просто Найтмэр, да, или это? Она в алтарь ушла? Или как? Ура, башни у них упали. Мне, блин, до радика осталось чуть-чуть совсем. Потом манта, диффуза, пойдет жара. И еще, кстати, можно будет, если я манту соберу по-быстрому, это гем мне давать, я буду прожимать в фонтане иллюзии, они будут бегать и смотреть, типы. Где что? Так, для безопасности. Так, тайминговый радик на 32-й минуте, охренеть. Дырки, блин, невозможно. 21-го левела Сикерс, Бледмейлом, БКБ и Разиком. Ну что с ним делали на боте? Ничего не сделали, а что мы ему сделаем? Ну не знаю. А, вот это там, кто был саппорт? Антон. Черт кто знает. Тайт сейчас сгорит там от него. Так, минер Аганим доваривает. Понял, что это такое было. Это был влёт. А. Не. Сикер уходит. К вам ультаппарат летит, да, там скорее всего куча мин лежит. Да блин. Да грёбаный сикер. Ты отъезжаешь? Да. Я даже пытаться не буду, наверное, нахуй. Ну, 25 уровня. Ну, с финс-гриппом можно, только там аппарат. Аппарат ульт меня давал. Тракса. Цепляй её. А в Captain's мод же этого мудака еще не добавили, да? В Captain's нет. А
вот это был зря. Изи. Бейтед. Он сикер на топе. Зацепим его как-нибудь? Я еще прилечу на ульте, если вы подцепите. Кто на лоу хп бегает? Да. Ракет хоть будут, нет? О, Васька, красавчик. Изи. А кто надо было на лоу хп? Почему он так быстро бежал? Тинкер, наверное, нет. Так, ну его, короче, 90 секунд нет. За 90 секунд не надо выформить. А кто тогда был? Все вроде больше половины. У меня здесь 90 секунд на манту. Так. На топе вон Тракса. Не интересует никого. Нет, ну сейчас мы тоже не пойдем. Я думаю, не знаю, что хотим. А, у них тут есть сэндрики, ну я ебал, а? Что это за лоу-приорити? Опа, пыль. Угу. Мина. Ты все собрал? Мину взорвал, что интересно, не я. Ну это ульта, наверное, которая бочка. А она у него при смерти работает? Че? После да. Секс, как бы, в таверне, бочки все равно можно взрывать? Да. Ага. Там намечается бабочка. Бабочка? Да. Может, там манту не доделывать? Начать МКБ собирать? Вообще можно было не доделывать манту. Сразу МКБ собирать? Мы его теоретически можем как-нибудь за хекс с ультой Бейна разобрать? Наверное. О, Тайдхантер первый раз что-то полезное сделал. Ай, ладно, давайте я гем поношу. Если Тинкер отказывается принципиально. У тебя хоть блинк есть просто, чтобы улетать куда-нибудь. Благодарю. Опа-на, сикер. Ой, нет, я тебе не помогу ничем.
Ну, вернее, я могу, конечно, помочь и отъехать тоже за компанию, чтоб не скучно в таверне было сидеть. А, ну, в принципе, есть большой шанс, что их Вася спушит. Большой ли это шанс? Ну, я пока не представляю, как они будут заходить против ульта Тайтхантера. Потому что у них как бы основная хрень это идет из-за того, что у них есть Тракса и аппарат. Котел там что-то надувает. А БКБ только у гребаного Сикера. Больше стильти крипов, больше. Не дай бог, я что-то выформлю. Охренеть. Вот я. Че? Я трек повесить забыл на Траксу. Прожал БКБ, прожал Аршит. Трек не прожал. Нормально. Там за тобой Тракса бежит. Она, я вижу. Она трек прожала. Блин, может надо было Мидас купить вместо этого Радика. Я, кстати, на лоу хп там. Тайтхантеру спасибо, можно сказать. Да. Я опять не посмотрел на карту. Какие две одновременные ульты? Черт знает. Я под ультой аппарата. Я бы рад что-нибудь сделал. Не, я сдохну там нахуй. А сейчас ты его зачем взял? А. Ты часа гоним. БКБ? Что-то он, походу, сильнее меня будет. Ну, он как бы 25 уровня. А у тебя есть криты? О, гем. Так, у меня есть опять 90 секунд, чтобы выформить МКБ. Сзади кура, там чужая летит. Там Тракса, видимо, бежит. Чё-то курут не перехватил. Да чё-то там много кто бежит. И все с виженом. Так, у нас бот пушится. Гема отобрали назад или как? Да. Вась, возьми гем. Блин, Тракса ко мне пошла. Да чтоб ты сдохла. Смотрите, как она меня сейчас разбирать будет. Я опять телепорт забыл купить. Вот она, тут Тракса на топ бежит. Че, Антон, похороняешь меня на всякий случай? Опа, Тракса. Зацепьте ее как-нибудь. Просто Найтмар дай. Трек. Со стилина. Ой. Твою мать. Мины? Не, хуже. Что-то я вообще непонятно за картой не слежу.
Так, там скорее еще минус стоит. Да. Может, вы туда не будете ходить без арбуза? Сикер. Ну ладно, я успел закупиться. Серега, ты нормально там ныряешь тогда? А у меня выбора нет. Топорик купи, в смысле продай. А ты сдохнешь сейчас все равно, да? Да. Но я думаю... Выбор у тебя был, ты мог бы там с сикером побиться. А не за две башни лезть. Ну, сикер бы меня убил, скорее всего. А тут я 2 кило сделал. Тинкер сейчас. Так, ну так. Так, башер летит. Его обзерверы. Тебе на жирность что-нибудь надо лучше был купить. Простоквашино? Ну да. Жизнь готова, ну отлично, че. Байбек, к сожалению, нет. У меня как бы есть байбек, но я боюсь, что он меня убьет. Нужны машинки, очень много машинок. Сало? Вообще было бы неплохо черк байбекнуть, и вот это... Наебашить. Нет. БКБ. Вот он разносит все. Поздновато я тут здесь сделал. Там за хекс, я думаю, можно было бы что-нибудь попытаться. Серег, у тебя если что будет что-нибудь? Да. А, блин, не, я его даже не зацеплю. Он только трек кину. Блин, мне теперь надо как-то выф... Так у меня почти МКБ было. Так мне его заново надо выфармливать. И плюс мне еще, блин, мне надо где-то взять минут 10 фрифармы. Ну, попроси у него. У нас он вот пушится. Я уже иду туда. Тракса. Тракса. Ты трек. Отлично. Так, бот я сейчас этот возьму. И как раз у меня, наверное, будет МКБ уже. Будем на меди что-нибудь делать? Я с ульты, если что, вам могу прилететь. Только вы скажите, потому что я за этой, за крипами сейчас контролю. Так, сзади. Если нужно будет, чтобы я прилетел, скажете. Пацаны, да вы красавцы. Вы сикера вырубили. Блин, меня подстанило. Чем, сможем башню запушить? Против котла и Техиса. Что-то не похоже. Хотя. О! Мины. Блин. Я сдох, походу. Я тоже. Аппарат молодец. Да. Так, манту надо доделать. Ух ты. Нифига. Он вообще магиот умеет. Да. Да я говорю, он даже немножко пользы мне принес. Ну, в смысле, ну, по-нормальному там делал. Ну, он, походу, может, его обидел чем-то в начале игры. Я? Да. Что нет, он так... я ему всех крипов отдал.
Каких он захотел? Бладсикер ушел с линии. Ну, супер башер у Бладсикера. Он такой оверфармленный, а я охренею. Такая спектра бичевская. Ты, может, топорик все-таки продашь? Возьмешь гем хотя бы? Не. Он у нас просто на базе валяется. Он нам нормально так помог. А как я крипов буду бить? Стычка, она слабее будет. Тогда щиток продай. А если крипы меня бить будут? Тогда ботинок продай. А ходить кто за меня будет? Ты лет... Спектра, ты летаешь же. А если ульт в КД? Блин, самое главное, чтобы эти придурки Рошана не забрали. Иначе это вообще очень тяжело будет. С другой стороны, у нас... Вернее, у них снесен Т3 по топу. С другой стороны, у нас втрое мой лес фармит. Я сейчас приду фармить эншотов, меня там убьют. Печально. Я там отдам гем. Ну и вообще, короче, закинусь. Блин, ну я как бы нормально нарезаю. Так, сейчас я иллюзию возьму и уже с контролем. Они же тоже типа с гемами будут. Ничего себе, где у них тут? Сикер. На Рошане, что ли? Нет, вот тут вот сикер. Чё-то я это, по-моему, поставил всех. Конкретно Антона. Теперь нам надо как-то отдефать. Да, они на мид заходят. Тайтхантер без ТПшки. У вас типа Тайтхантер чё, соло это в мейнкере, что ли? Да. У него 25-й левел. Когда у Тинкера 21-й, это вообще пиздец. Блять, он влетел. Он дабл же. Сбрит. Давайте. На остальных мне уже насрать. Ну все, сносим просто. Лол, у меня синий экран на весь этот. На весь экран? Да. Вечера каламбуров. Сергей Шульженко? Да. Так, манта пошла. Собираем бабочку. Я топ несу, наверное, или мид? Да мид давайте снесем, блять. У них весь мид в центрях постоянно. Что за люди? Давай, блядь? Котел, это давай один на один, выходи. Давай. Здесь противное говно, блядь. Он бесполезен. Да нормальный герой во флейме. Ну смотри, он сейчас начало игры отстоял, и как бы все. Блин. Ну, не знаю, не дает вам же пропустить. Я видел, как он убивал там вас. Сейчас он меня убьет нахрен. Сейчас я закину, да. Как вам сейчас сикер наебашил просто 3 минуты назад? Нас, кстати, сейчас сикер разберет, как думаете? Да. Давайте хоть один барак мы снесем. Вот этот барак желательно. Так, и я на ТПшке домой ухожу, не знаю, как вы. Короче, у них больше башен не осталось, в принципе. Так, ура в потайке просто так стоит или нет? Мне просто... Я просто тоже тарасочку хочу принести. Котла лотарь. Что? А почему нет? Блин, я не буду пока покупать талисман. Поставлю на байбек, вдруг придется выкупаться. Так,
Куру переезжайте, пожалуйста. А. Так, ну они на Рошане, наверное, да? Да черт его знает, где они. Может, ультой чекануть? А тебе он сейчас чеканет, Серег? Я ему сейчас сам чекану. По-моему, он тебя. Может, он меня, да. Блин, у него же супербашер, я что-то и забыл. А, еще и гем отдали, да? Да. И как он лежит там, и я сейчас туда зайду, и мне просто набьют лицо. Не, Антон, не пойдем мы туда. Тракса с гемом. Херня идея. Значит, тут гема нет. Ну, логично, если тракса с гемом, то гема нет. О, сикер, без гема. Будет ее зацепить, она? Давай. Ну, мы закинули, короче, Серег. Спасибо тебе за это. Чудесную возможность. Я тут при чем? Нахер ты в сикеры идешь, у тебя фарма ноль. У меня был гем. Ну, это понятно. Пайбэк рейди. Остальное не знаю. С другой стороны, в принципе, если у нас несколько хексов, то мы, по идее, все равно его разберем. В смысле, у нас один хекс, нет? Во-во-во, а, Антона. Антон еще. Ау. Ну да. Вася его вообще немеренный. Блин, у меня аж собачка проснулась. Эх, охуительный игра на 57 минут, а? Зашел отдохнуть в доте. Блин, мне хотелось... Котел с гемом. И... Траксу не видно, нельзя. О, а где они вообще все? Сикер в таверне. А что вы с ним сделали? Ну, Вася его убил, мы его чуток подбили. Тракса тоже с гемом, у них два гема там. И рыба наш. О, отлично, давай ультуй, правильно. Молодец. Лол, а рыба-то завалила. Так-то да. А слушай, они Рошан же не забрали? Нет. Рыба живет, смотри-ка. Недолго, правда, но живет. Рыба вообще псих. Они сейчас, скорее всего, вернутся, закончить, значит, нет? Да, рядом там тебя подстрахуем, может. Желательно было бы тебе, Антон, вот так вот зайти. Блин, я его не заберу один. Я подойду сейчас. Я нашел, кто-то танчил. Серег, а ничего ж тебя видно сейчас? Вон сикер на всех парах бежит. Хасту возьми. Ой, пиздец какой-то. Ну и рожь собирают они, походу. Ну я туда лечу, с ульты вернусь. А, у нас тайда нет. Тайда нет. Вась, а тут котел. Я с ульты могу возвращаться. Вот тут вот Тракса стоит. Уже. Я готов вернуться. Давай, давай, пошли. Блин, гребаный. Еще рожь собираем, гем лежит. О, блин, я бегаю под ультой. Да блин, купить не успел. Гребаный иглсонг не успел купить. Сейчас я с Тараски от регенчика потанкую. Я могу байбекнуться вообще. А, да, у меня антрелота не хватит. А, реген? Да ты можешь забрать, я с Тараски от регенчика. Где гем? Там в деревьях лежит. Ни хрена какая свинья большая. Мне интересно, не сильно дотанкую сейчас? А Еги, забирай, Вась. Ты, он его уничтожил. Вообще, да. Я теперь начинаю понимать товарища под ником Кикси. А у тебя что, на правую кнопку мыши забинден, не знай? Нет. Я на атаку нажимал вообще-то.
что-то как-то это. А гем все еще лежит там, да? Смотри, что Тайдхантер творит. Нет, Тайд, в принципе, это нормально делает все. Если его сикер сейчас не захерачит. Сейчас Вася по топу. Топ-топ это, топ. Чен Европы. Так, где-то тут должен был лежать гем. Так, туда. Опа, гем. Я к топу подхожу. Я если могу. Если вы поживете там, то будет нормально. Я могу туда влететь с ульты, так что вы можете нападать. Давайте, давайте, влетаем просто. Мы забэкдорим, нет? Да забэкдорите, там бэкдор нет. Вы чё? Изи, апостоны. The enemy's middle tower has fallen. Oh, glorious! The enemy's bottom barracks have fallen. Давай, иди на. А что ты не взял гем, Антон? Вы убили Траксу, ты убил Траксу, и там гем просто остался валяться. Изи. Рак. Слышь, Антон? Чё? Я гем потом забрал. А, потом в кустах нашел всё? Ну да. А чё его не найти там? Куру не трогайте. О, у вас реально Тайдхантер просто лицо разбивает. И один пушит, просто стоит, блин, это же сдохнет скорее. Да. Это все. Да изи катка, по-моему. Куда проще? Блин, я переп. Меня только покинуть игру. Это все так долго затянулось из-за того, что они за мной 20 минут, не отходя от кассы, ходили по пятам. Просто разбил лицо у вас этот Тайдхантер. Ну, вообще-то нет. Ну, не знаю, последний вот ульт я смотрел, просто он четверых влетел и поубивал. А там БКБшка, потому что только у этого есть. Тракса собрал лотар, бабочку и криты. Ну вот как раз и она развалилась просто от двух ульт. Ну как бы да. Ну Тенчис прикольная хрень. Да бесполезен он вообще. Вот смотри, в начале игры он нормально на прикурить давал. То есть я там пару раз на минах подорвался, еще кто-то. Один раз он засуицидился в меня. Один раз в Васю. А потом он не делает как бы ничего. Там покупается один гем, к примеру. Да даже без гема мы все равно по его минам не ходили. Потому что мы ходили только по линиям, где крипы ходят. Ну вот он минировал базу на самом деле. Вот ну а что-то ему не особо это помогло. Он вообще после где-то минут 20-25 не чувствуется какой. Там собирай, не собирай, что хочешь на нем. Зачем Антон пошел в конце и сдох? Фонтан. Антон, зачем ты пошел и сдох в фонтане? Ну, так у жертв приношения фонтана? Че, мы еще будем играть? Ну, раз мы тут сидим, то, наверное, будем. А что, не приглашаете меня? Ну, у меня нет приглашений. А, вот теперь есть. А почему во славу Сутаны, а не во славу Украине? Не знаю. И героям? К
как? Як так? Да, кто его знал. А Вову приварится можно в Катансмат играть? Хотя. Можно, почему нет? В ранке нельзя играть. А, угу. Понял, понял. Я только единственное, что я не понял, почему они нас не пронесли в тот момент, когда у меня еще даже Радика не было. Мне кажется, у них такой оверфейс был. А им чем нести под машинками? Котлом только, да. Но что-то не пытался даже. Да нет, мы там довольно ровно шли. То есть там 10 тысяч XP они как-то выигрывали, потом все. Ну да. Там еще плюс мы под треками убивали, то есть голды у нас было где-то на треть больше. Блин, у меня так пригорело, они меня так замучили. Просто вообще задолбали, не отходили ни на шаг. Потому что, Серег, не надо собирать Радика, когда тебя ебут. Блин, что уже поздно. Надо если собирать... бы я остался на линии, то они бы меня продолжили. А так я в лесу хоть мог ходить. Ты лучше сделал какой-нибудь там, не знаю, вангвард хотя бы, то есть драться, чтобы хоть как-то. Да блин, при том овербусте, который был у этого, как там его, Бладсикера, вангард был. Овербуст был? У него там до минут 30 ничего такого сильного не было, кроме Радика. Да ты видел, Радик, что там на линии было? Что дает против более-менее толстых героев. То есть тебе бы тот же самый вангард, ты бы жил. Ну почему? Спектра? Да спектра, я тебе говорю, у меня там в таком говне был. А я? У меня Тараска, Скади. Не, у меня БКБ был на толщину и барабаны. То есть, в принципе, тоже нормально. Ну почему? Там у меня 1700 хп было, что-то около того. Если я под ультой не ходил, то нормально. Единственное, что я мог по-другому сделать, купить Мидас и попробовать через него как-то выстрелить. Мидас точно не нужен. Ты своего любимого Хакона спроси, он тебе то же самое скажет. Что спросить? Ну что нужно собирать на спектре, если тебя ебут? А, ладно. Не, ну чисто теоретически можно было пойти через обратку. Не, обратка точно не нужна, у тебя хп был мал. Спектра-то она вроде с Agility герой. Я просто смотрел, вот хвоста так же гнобили, вот он через Радик шел все равно. Ну, это хвост. Он Радик, наверное, собрал не как ты на 30-й минуте, а где-нибудь минут на 12-й. Не, минут на 25-й, а потом обратно купил. Ну, черт его знает. Потому обратку, что он там 1200 не мог. Хп, это немного. Ну да. Ну она так-то плотная. Что-то, считай, у меня вообще ни хрена не было, а я только так мочил. Ну, не знаю, ты там в четверых зашел, и тебя разобрали за 3 секунды. Когда? Когда в нашем лесу мы ганкали этого, Сикера. Там неожиданно оказалось четверо. А, ну, там у меня, по-моему, кроме Радика-то ничего не было еще. Фига против нас Раста играет. Go hard, like Владимир Путин. Угу. А Колян что-то не загрузился. Ну, у Николая калькулятор. По капитанте кто-нибудь что-то не хочу пикать ничего. А придется. Сейчас кто-то будет там на Мипаре играть, а кто-то на Тренд Протекторе. Изи. Я на нем так. Тогда моб соберу. А мы первый пикаем, да? Блин, где эти? Я сенсер хотел забанить.
Ну, вообще, Серег, я думаю, долбоев гораздо больше. Какая-то непонятная, нерепрезентабельная выборка. Лол, хотел же для Широка пикнуть, что-то забыл совсем про него. Жаль, жаль, жаль. Блин, вот что-то какие-то это, они мой пик сперли. Пу-пу-пум. О! Путин ливнул. Да. Обиделся он на тебя, Серег. Да насрать. Ну смотри, я бы на твоем месте чай ближайшую недельку не пил. А может кофе? Ну, не знаю. Может и кофе. Ну или хотя бы дозиметром запался. Лол, у них два стана, и они банят вивера, интересно. Ну, вообще, один из их станов уйдет в линку, а вторым надо еще попасть. Ну, так-то да. Но, скорее всего, они еще что-то доберутся со станом. Да, вон кентавр сейчас. А, какую линку? Ну, минуте так 40-й, я думаю, можно нафармить. Блин, опять кентавр. Ну да ладно. Мы собрались. Это все вопросы к этому. К Николаю. К главнокомандующему. Блин, вернулся. Я собираюсь сейчас взять на мид кого-нибудь. Чена. У меня почему-то такое чувство, что они тинкера возьмут. С чего бы это вдруг? Не знаю. По-моему, они Ликана возьмут. И будут пушить тауэр. А тебе не кажется, что Мирану у нас сложно загнобят? Или ты ее на мид? Сейчас посмотрим, куда ее засунуть.